Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду распаковывать веселый припалок 4, целых 30 штук. Вот столько много. И я надеюсь собрать всю коллекцию для этого домика. На удачу поставьте мне лайк, чтобы у меня это получилось. Ну, конечно же, у меня с прошлого видео еще есть припалок в этом домике. Сейчас мы на них посмотрим. Это фокус-покус, фиалка, коты, резвый Рекс и мистер Плут. У нас только 5 штучек, но надеюсь, у нас будет их больше. Так, давайте я положу. И начнем с первой штучки. Посмотрим, какой же припал нам там попадется. Я очень, так скажем, давно их не открывала, поэтому я надеюсь на удачу. Там их целых 24 штуки. Нам попалась повторка, я это уже вижу, очень жалко, вот этот вот резвый Рекс, очень жалко. Ладно, вот приступим к следующему. Так. Вау, это новый осьминожек. Так, посмотрим. Оракул Октопус. Научное имя, научное. Вот он у нас, такой осьминожек. Ученый. Вот у нас хоть одна повторка уже есть, но хотя бы один новый. Это тоже хорошо. Поставьте лайк. Лайк. Так. Что, давайте дальше. Повторка. Ну как же без повторки? Это очевидно. Это фокус-покус нам попался. Так, сейчас я надеюсь на удачу. Удача не помогает нам. Опять вот эта собака, резвый Рекс. Ладно, у нас еще есть. О, это кто-то новенький. Это у нас Гантелькин, да. Я не знаю, что это за котик, не знаю, что это. На хомяка похож. Так. Вот он сзади, как выглядит. Так, ложим его. Вот он. Вот он тут находится. Так, надеюсь, что я смогу. Так, давайте дальше. Новый! И это Ракопопс. Вот он. Я очень его хотела. Это мой, так скажем, самый любимый, потому что я люблю попугаев, ну, птиц, вообще всех животных. Но больше всего мне он понравился тут. Ставим его, он с гитаркой такой. Крутой, вот он. Ну что ж, давайте тогда продолжим. Так, сейчас. Тоже новая, это бегемотиха. Вот она такая красивая. Какая красавица. Ее зовут Бобо Болеро. Ну, нормально, в принципе, такое красивенькое имя. Ставим ее. Вот она где у нас. Все больше и больше у нас коллекция. Так, давайте посмотрим, какой следующий. Кстати, ребята, напишите, какой ваш любимый, ну, герой, вот этот, там, супергерой. А это же вроде как супер прилипалось. Ну, мой, конечно, Ракопопс, ну. Мне попался фокус-покус, ну что такое? У меня главное, посмотрите, повторки все повторяются. Такая скороговорка получается. Так, смотрим. Так, опять? Что это вообще такое? И вот этот заяц опять. Да, заяц. Кстати, а напишите, а у вас есть ли какие-то повторки? Вообще, сколько у вас собрано? О, новый, новый. Это змейка. Сейчас. Это у нас шумный Шон. Так, вот так вот он выглядит с обратной стороны. Да. Давайте-ка его поставим, вот он с бегемотом вот этим. Да, уже пополняется наша потихоньку коллекция. Ну что, давайте поставим, короче, дальше. Сейчас. Вот
Ой, вот такой надутенький пакетик, так скажем. И здесь упаковка. Кто бы сомневался? И опять вот эта собака. Да, я потихоньку стала не любить собак. С таким повторением. Так. Это повторка попугая. Ну, я не очень расстраиваюсь, так как, в принципе, ничего такого, так скажем, такого плохого, так как мне он, наоборот, нравится. Мне казалось, он очень редкий, но его, оказывается, нет. Так, ну что, дальше. Так. Кто это там не хочет выходить так сильно? О. Ну, понятно, что не хочет выходить. Да, понятно все. Хорошо, я надеюсь, нам потом часточная удача будет. На карту. Еще одна птичка прилетела к нам. Да, сезон. Обычно вот да, птицы поушня, вот там летают птицы. Фу, хоть новый какой-то. Так, вот, смотрите, это у нас опасная альпака. Интересно. Ну, как мне кажется, это лама. Я, честно, не очень разбираюсь. Кажется, это лама. Оп. Вот уже у нас какая коллекция. Так. Следующий. И это повторка. Да что ж такое? Это енот. Енот. Да. Это мистер Плут. Еночек. Ну, да, конечно, жалко. Ну ладно, давайте продолжим. О, новый, здорово. Это утка. А, вот он, вот он. А, его зовут Супердак. Ну, как я говорила, это суперутка. Просто duck по-английски это утка. Так, ставим его в домик. Вот он. Так. Дальше. Кто это у нас? Повторка. Бегемотихи вот этой девочки. Да. На повторке нам идет. Ладно, ну не будем расстраиваться. Продолжаем. Да, повторка. Повторки. Ладно. Поставьте лайк, пожалуйста, поддержите меня, потому что мне сейчас очень нужна поддержка с таким невезением, так скажем, с повторками. Да, мне точно нужна поддержка. Повторка. Ладно. Попробуем другого. Открыть мне уже даже как-то... Повторка! Я даже не знаю, вот коллекция у меня... Такой даже, мне кажется, коллекции не было, когда все повторки. Прям почти все, точнее. Повторка! Да они издеваются! Это вот этого осьминога повторка. Ой. Хорошо, попытаем удачи. Посмотрим, что у нас за колесо фортуны. Да. Да. Колесо фортуны. У него просто слов нет. Что это вообще такое? Это кошмар. Господи. Господи. Ах. Ладно. Ладно. Вау, новый, ну хоть новый. Фу, поставьте лайк, новый. Это котик, котик. Так, вот он какой красивый. Такой красивенький. Вот его сзади. И это сарделькин. Вот такой сарделькин. Да, ну хоть сарделькин попался. Вот. Нам до полного вот этого ряда осталось два.
Это ёжика и коала. Так, надеюсь, нам хоть тут попадутся не повторки. Повторка! Повторка попалась. Да. Да. Так, это у нас опасная альпака. Повторка. Что ж, давайте дальше. Повторка. Кота. Да. Да. Как же у нас повторки хорошо идут. Жалко очень. Ладно, давайте откроем. Может, новенький кто-то. Нет, не новый. К нам прилетела птичка опять. Ой. У меня уже даже надежды нет на новых. Просто как-то, ну просто видно, уже как-то много повторок. Я так это старательно собирала. О, хоть новая, о! Новая, это вот такая вот красивая пони. Это Донни пони. Так, ложим эту Донни пони. Она у нас с нижнего ряда. Вот она такая вот. Так, и последнюю. Хоть бы нам не попалась очередная повторка. И повторка собаки. Ой, ну я, конечно, все эти повторки обменяю. И завтра сниму вам видео уже с полной коллекцией вот этих. Я просто буду обменивать. И всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока! Пока-пока!